Всем привет, ребята, с вами Акул, я полон сил для того, чтобы сейчас сыграть в Weekend League уже на донатном аккаунте. Кто еще не смотрел предыдущий ролик, я играл в Weekend League на бездонатном. Чтобы узнать результаты, как я сыграл, посмотрите предыдущий ролик, не будет спойлеров, но об этом видеоролике. Я не знаю, сколько я сделал побед, не буду ничего говорить. По ссылочке в описании подписывайтесь на мой телеграм-канал, там вся инфа про стримы, а также еще много чего интересного, ребят. Поэтому заглядывайте обязательно в мой телеграм-канал по ссылке в описании. Если ты хочешь приобрести новую EFC-25, EFC-Points, монеты, все это можешь приобрести у Дмитрия Ефремова, магазина Дмитрия Ефремова, по ссылочке в описании проходи. Если скажешь, что пришел от меня, получишь скидку в 10%. Дмитрий Ефремов по ссылке в описании. Игры, подписки, EFC-Points абсолютно на любые платформы. Дмитрий Ефремов по ссылке в описании. Лучший продавец монет EFC-25. Покупай только надежных у Дмитрия Ефремова по ссылке в описании. Ну, пожалуйста, я хочу выиграть. Та же схема, такие же тактики, как на бездонатном аккаунте. Результат хуже. Ну ладно, может быть, мне просто не повезло с подбором. И сейчас мы начнем играть и выигрывать. Резко, просто резко. У нас Симон, Гвардиол, Родри, Марко Фиорента, Данжума, Ямаль. Должны этого разыграть. Беги, Сон. Вот сейчас. Блять, какую хуйню сделал? Пиздец, а что если бы я не остановился? Да куда ты? Бля, ну я должен его обыграть, он вообще полную хуйню делает. Как, в принципе, и я. Нашелся достойный соперник. Блять, Унай Симон сейвит. Кто, блять, ставит Унай Симон? Отлично, 1-0. Вот сейчас красиво сыграл. Че такой хмурый, улыбнись. Не так сильно засидеть. Не так сильно засидеть. О, Камовинга! Ой, красиво гол забил, аноним, в честь себя гол. Бля. Ой, хорошо. А, я 2-0 веду, лол. Когда я 2 гола успел забить? Офсайд. Еб... Чё, офсайда не было? Охуеть, как это произошло? Санчес, близко! Отлично. 3-0! Неужели? 2-3. Роберт Санчес, Стоунс, Каррагер, Фоден, Сон, Рафия, Габри. Ну, аренду на аренду. Все ради хороших наград. Я зря так выбрасываюсь. Пизда. Почему так просто нахуй прошел мою оборону? Пожалуйста, блядь. Салах. Это пенальти. Хорошо. Наташе и Руслану привет. Йоу. Наташе и Руслану. Передаю привет моим друзьям Наташе и Руслану. Куда бить? Хорошо. Салах. 1-1. И отсюда. Блядь. Very bad, very bad. Эй. Я не знаю, ну, сука, как я бачусь на какую-то хуйню. Просто надо стоять на ровном месте, он сам меня упрёт. Да ну, что, бля, мне просто не везет. Мне просто не везет. Блядь! Сука, так хорошо ворвался штрафной. А у меня модераторов нет просто. Дай мне модерку. Окей, сейчас дам. Ты сам попросил, братан. Потом не жалуйся, хорошо? Я сейчас дам тебе модерку. Давай, вот тебе на часик модерка. Ты сам попросил модерку? Ты, по-моему, перепутал. Салах. Ты просто пи***ц везде, он успевает заблочить. Давай. Сука. Кевин. Да, блять, опять заблокировал, заебал. Ну, скрипты работают. О, скрипты работают.
Да! Я говорю, скрипты работают. Но я не особо удивлен, потому что я знаю, как FIFA работает. Вот здесь отскоки на моей стороне, неожиданное открывание игрока, блядь, на грани офсайда, гол в ближний угол. Когда он не двинул вратаря ближку, все просто на моей стороне. Да-да. Типа, ну, чувак сгорел, мне кажется. Он все сделал грамотно, но FIFA такая едина. И сейчас мне скажет, иди. Ладно. Да. Это пиздец. Я въебал. Или не въебал? А что нахуй? Да! 3-3 нахуй! Что происходит, блядь? Почему? Почему я это забил? Почему? Что вообще, блядь? Как момент это создавать? Почему у меня Санч сначала 1 на 1? Как, блядь? Весь матч я сосал. И в последних минутах, блядь, сравниваю. Ну там у типа точно сгорело. Так. Кто у нас? У нас здесь одни ФРВшники. Гарси выпустил. Опендо вместо Санчеса. Вместо Сона Гризмана. Вместо Уильямса Пуадо. Вместо Салаха Альвареза. Вот так вот. Надо выигрывать этот матч. Все, берем. Я двинул. Фу, Алис, спасибо. Первый сейф, наверное. Я не знаю, я все делал, чтобы заблокировать. Я все сделал, я просто, ну, блядь, на него шел. Ой, сука, пиздец. Нет, я не хочу, блядь. Ну, блядь, будет супер обидно. Бля, какого хуй так просто забивает? Сколько у него ударов? Ебать, у меня 16 ударов по воротам. Пиздец, чувак. Ну ладно, хотя бы не гол. Он тоже свежих. Это что? Ой, блядь! Сейчас или никогда, огонь! Цель уничтожена, я видел, как у него руку оторвало. А, сука! Вот он не упал, блядь! Сука! Блядь! Ебать! Чё такое? Сэйн! Сейф! Блядь, сейф! Тихо! Ой, хорош, Алису! Я упал неприятно! Я в ахуе! Сука, опять упал со стула! Бля, надо аккуратней! Ну давайте, отнимите мяч! Сука, я даже чат еще не смотрел, блядь. Ну пиздец, заебал край! Он просто тянет. Я не могу сделать. Хорошо. Просто максимально ебанский. Блядь, как я упал, это пизда. Ух, ебать, больно было. Алисан, все равно, блядь. Я со стула упал, блядь, и все. Да я ничего специально не знаю, блядь. Ладно, это смешно, блядь. Блядь, так... Сомер, Маркинсон, Закария. Нифига себе, что за состав? Ричардс какой-то. Куломани и Тюрам. Но в атаке у него все заебись. А, как хорошенько я сейчас поел. И как же я разъебал следующего соперника. Поехали. Пизда. Пиздец. Да я поел, расслабился теперь. Блять, я двигал дальний. У него залетает абсолютно все. Сказал директор школы про... Ну давай, с угловых забью сегодня. Почти, кстати.
Я нажимаю булл-ролл, ну ты чё, Санчес, вообще финты, даже булл-ролл не умеешь. Блять, Сомер. Он вообще не двигает вратаря, может вот так навесить? А чё я раньше так не вешал, он вообще не двигает вратаря, лол. 2-1, поехали. Но нахуй! 2-2, Салахич! Лонгшотик залетел. Я уже воду слил в машине. Скоро готовлюсь к омывайке. Потому что чуть минусовая температура, не хочу, чтобы у меня опять вода замерзла, блядь, в омывайке. Скоро надо будет... Не замерзай, кулить! Блядь! О чем я думаю, нахуй? Бля, я, оказывается, ну я уснул, блядь. У вас бывает такое в мыслях, я уснул, да. Вот сейчас я в мыслях уснул просто. Сидел и я забыл, что я стримлю, блядь. Бля, Салахич. Блядь, ну как ты сон не попал? Что-то, знаете, отличие от 20 матчей ВЛ я не особо заметил. По времени примерно так же выходит. Да блять! Пиздец, ну почему нахуй? Не до сайда, на грани дал. Отлично, 3-2! С 0-2 камбэкнули! Неплохо. Я думал, сейчас горит и выйдет просто. Он один, он такой думает, бля, я 2-0 вел, как я этому осуждаю. Ладно, Дебрюйна тоже хочу поменять. А на кого? На Гризман. Салах, Осимьен. А у Осимьена какой-то перк есть прикольный? 10 секунд у нас. А вон внизу игровые стили. Там белые игровые стили. Окей, да. Осимьен первый матч будет сейчас играть. Он, наверное, думает, как я проебал акул. Ну что, клен? Сон! Я пытаюсь. О, Осимьен, да дабл ударить. Ребята, шестая победа, 6-4. На том аккаунте мы тоже шли 6-4, неплохо. Ебать, найс состав, спасибо, что показал, тифа. Ну ладно, зонки уже не открывает, уже не изи соп, зонки у меня не открывает. Это что? Я ближний двигал. Не знаю, успел зарегать, нет, но я прям... Не, ну скорее всего, просто Куртуа сам отнял. Ебать, сон моментик неплохой. Сон! Блядь, моментик хороший. Бля. Вот зачем я бросаюсь? Я двинул. Ну, ебать, вот это я отскочил. Ну, к нему на руку, конечно, упал, но как он в пустыне забил. Походу, Неймар неудачник еще и в фифе. Осуждаю. Такое суждение. Давай, Санчес, отлично. А я забиваю свой гол. Сразу же в ответной атаке, после той штанги, я забиваю гол. Сразу. Хотя, можно ли назвать Неймара неудачником, если он... Он пи***ть легенда. Блядь. Кьеза. Блядь, что я уснул? Я уснул. Опять. Да, Неймар, хорош танцевать. Пиздец. Как все просто. Почему этот Кьеза такой жесткий? Отлично. 2-2. Мы в игре. О, Салахич. Отлично. Вот это за***ь. Держимся. Главное не бросаться. Вот что это за пиздец? Это просто... Я не понимаю, но это реально скрипты работают. Ты делаешь все идеально, но каким-то образом выходит один на один. Ну вот что это нахуй? Зачем я это сделал? Блядь! Ну нет, это из-за... Фу, хорошо. Блядь. 3-3, блядь, секунды игровых. И пизда была бы. Давид Раич, мини, защите, Джелитон. Джелитон, Холланд и Гризман. Блядь, ну атака сильная. Бля, почти.
Блять! А попал ведь в створ. Хороший угловой был. Вторая атака гол. Бля, есть желание выйти с этого матча. Бля, чё диктор пьет? О! На-на! Он еще не знает, что я бричку бью. Почти всегда. А давайте пробьем отсюда. Отлично. Кевин Де Бруйне. Это гол. Еб! Еще и в девяточку вколотил. Я такие еще не забивал. Красивые. На-на! Иди дальше, блядь, открывай свою бличку. Опять с 0-2 камбэкнули. Что нахуй? Четыре два, ребят. Я не знаю, что с моим соперником. Пи***ц. Как же я его разъебал. Первый тайм полностью за мной 5-2. Вначале он мне 2 забил, в итоге... 5-2, нахуй. Ой. На, нахуй. Ну, 6-2, все, он выйдет. Отлично. Фуф. Это было нормально. Просто все залетало. 2-0. Не стоит никогда сдаваться, ребят. Не стоит. Ластовый матч на сегодня. На 10-ю победку. О, Гризман и Сон, как у меня, блядь. Ну, сейчас посмотрим, кто чей Гризман и Сон и сильнее. Поехали. Не на того переключился. Офсайд. Да ну нахуй. Офсайда не было. Ладно, давайте выйдем. 9 побед! Итак, 9 побед сделано. Так же, столько же, сколько и на без донатом аккаунте. Я считаю, что результат достойный. Учитывая, что я всего спал 3 часа, проехал 500 километров практически. Ну, плюс-минус 200. Это похуй. Сейчас мы открываем награды, смотрим. На том аккаунте нам выпал Винисиус за 2 миллиона монет. Вы просто вдумайтесь, 2 миллиона монет Винисиус. Что ждет на этом аккаунте? Кто знает, посмотрим. Ну, давайте будем реалистами. Если мы сейчас Винисиуса поймаем, то это будет вообще... нереально. Ну, игрок какой-нибудь в пределах 300 тысяч монет, я не расстроюсь. Поехали. Знаете, вот из этих 4 паков самый бесполезный, я считаю, вот этот пак с информом. Но он продаваемый, но мало ли, давайте смотреть. Да, это просто quick sell падает, чекайте. О, кстати, может и не quick sell. Да, это quick sell. Ну ладно, давайте его пока оставим. Следующий пак, вот в этом нам выпал Винисиус. Давайте его так и откроем. Ой, похуй, поехали. Поехали, давай, Винисиус. На этот аккаунт. Или кто? Это мужчина, уже хорошо. ЦЗ. О, нет. О, нет, это Рубен Диш. Это Рубен Диш из Манчестер Сити. Фодор. Это Фодор. Печальненько. Ладно, найс трай. Он у нас уже есть. Тем более этот Фодор, дубликатик. 10 за редких золотых игроков, 82 плюс. Это пи***ц. Еще и продаваемый пак. Погнали. Смотрим. Волкаут уже хорошо. Салах! Салах! Блять, продаваемый сюда, блять. Это Салах! Как раз и сказал, игрок уровня 300 тысяч. Бля, надеюсь, это Салах. Подождите, Поп и Салах. Мухаммед Салах. Отлично. Я доволен. Прям реально то, что я хотел. Я сказал, игрок уровня 300 тысяч. И нам падает Салахич. Просто респект тебе, Салах. Просто все сошлось как надо. У нас просто есть Салах. Отлично. Салах стоит на секундочку сейчас как раз, ну, 200. Ладно, хорошо. 200 тысяч. Не 300, но 200 тысяч монет. 220 где-то он стоит. Неплохо. Я доволен. Погнали. Базовый герой. Может, еще героем повезет? С героем повезет. Цап. Мостовой, ребята, ну это, я считаю, везение. Это везение, ребят, легенда мостовой. Охренеть, кто бы мог подумать. Сюда. Отличный герой, отличный герой. Я тоже считаю, что я отличный герой. 66 тысяч, что-то даже стоит.
Лайк. Да! Что за везение? Просто лучше некуда мое выступление. В этих двух уикенд-лигах по 9 побед мы сделали. Да, ну скажете, блядь, ну из-за смысла играть на донате? Я вам скажу, да, не играйте на донате. Зачем вам нужен донат? Вот реально, 9 побед на бездонатном, 9 побед на донатном. Какая разница? Да еще и мне выпал Салах, монеточки. Она на бездонатном, Винисиус, это вообще жестко. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и приходите уже к следующему уикенд. Лиги, да, когда уже смотрите, возможно, уже стрим на следующий уикенд лигу. Поэтому заглядывайте обязательно. С вами был Акул, всем пока.